Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем сегодняшний трансляционный день. Начнем его, как обычно, с доты. Сейчас будем заливать соляру. Так долго не начинаем, потому что достаточно интересная игра тут идет. Решил показать ее на всех экранах, так сказать. Вот, тут Miracle у нас играет на антимаге, поэтому, естественно, впитываю experience. Вот, и учусь, да. Есть небольшая проблема у меня. К сожалению, сдох мой второй интернет, который я недавно подключил, так что, возможно, первое время сейчас стрим будет немножко пролагивать, будут теряться кадры и так далее и тому подобное, но я очень надеюсь, что когда он починится, я сразу же об этом узнаю и подключу, соответственно, его обратно. Для этого придется сделать небольшой стоп-старт, но кадры зато не будут теряться. Хотя вроде бы и сейчас все нормально. Ну, в общем, будем смотреть, будем следить, так сказать. Сегодня еще почти 100%, со 100% вероятностью будем играть в Хизи. Вчера было очень весело, всем очень понравилось, поэтому сегодня тоже будем продолжать это делать. Вантавиус, Тео88, Колыбан, спасибо, ребят, за ресаб большой. Слоник, спасибо за подписку тебе. Ну и нашим подписчикам, которые подписались вне стрима, а именно, значит, 88 Раскол, Реникс, Kill All Human, Алекс Джиньо, Хуй Сосжке, Soulful TV, Nox325, Хиромайт, Ули The Destroyer. Спасибо большое вам, ребят. Добро пожаловать также. Так, ну, в принципе, все. Я думаю, эту игру сейчас я досмотрю, и можно будет стартовать смело, играть соло матчмейкинг, сливать немножко рейтинг. Кстати, по идее, вчера поднабрал. У меня был очень удачный день. Да, вот я много побеждал. У меня было уже даже 6700, но конечный рейтинг на сегодня 6681. Будем, соответственно, сливать с этого момента. Также спасибо большое Амитси за подписку. Вампир 5215, Дениски 1488. Также спасибо большое. Кстати, что это за подписка с Twitch Prime? Ой-ой-ой, поехала. Я смотрю, подписка Twitch Prime. Ребят, спасибо большое. Правда, не знаю я, как это, чего это и почему не хочет Twitch, соответственно, не Twitch, точнее, а Twitch Alerts. Кажется, игра закончилась здесь. Не хочет говорить о том, что... А, нет, не закончилась здесь, бэбэк. Что люди подписываются таким образом. Вот так, спасибо, ребят, большое за... сам подписки. Может быть, у кого-то есть информация вообще, что это? Тебе идут те же деньги, просто для вратяк это бесплатно. Стримерам одинаково приятно. Я понял. Ништяк. Главное, чтобы это отображалось в общей статистике подписчиков, потому что у меня сейчас мало, и я не могу новый смайлик сделать. Но вообще, по факту, пока никто не слышит еще, пока никого нет, у меня, в принципе, там 12 из 10 смайликов. Поэтому я немножечко нарушаю закон. Ну, я надеюсь, ребят, вы меня не выдадите, конечно. Ну, бабки-то бабками, просто у меня в Twitch Alert не отображается, кто подписался. Но в любом случае, ребят, я буду стараться следить за этим. Так, кстати, я сказал, что игра закончена, но нет, даже не близко. Хотя... Не получается, даже у Миракла не получается выигрывать на антимаге. Вот, все снимают с него, прям реально тиммейт, вот на Оракле какой-то Иисус играет, он все снимает, просто всех тиммейтов куржит туда-сюда. Короче, реально батя игры. Ну, 7600 средний рейтинг. И, конечно, Оракл, не исключение, тоже хорошо шпилит. И не знаю, как вообще можно выиграть на антимаге в паблике. Ну, пока что, я говорю, у Миракл тоже не получается особо. Имфром. Спасибо за Twitch. Прайм. Парус. Спасибо тоже большое. Килдор, спасибо за подписку. Так, сейчас надо будет промониторить, реально, идет ли все это дело в общий подсчет подписчиков.
Потому что если идет, то возможно получится забузить, так сказать, на смайлики новые. Посмотрим, будет видно. Эль Диабло! Спасибо тебе большое за переподписку. Добро пожаловать обратно, как всегда. Очень щедрый, щедрый подписчик. Так, короче, сейчас будем мониторить, значит, на данный момент. Так, стоп. А, нет. В общем, да, идет, и хочу сказать, что уже 507 подписчиков за вот эти вот 3 дня Прайма, Twitch Прайма, соответственно, люди подписывались 1 октября, 2 и 3. Вот, и спасибо вам огромное, ребят, я, честно говоря, не знаю, правда, как ваши... В зал славы вас добавить, так сказать, потому что особо не видно. Ну, мы забанили за абуз. Так, в смысле, где абуз? Ну, абуз это я так назвал, потому что я не вижу, честно говоря, здесь какой-то абуз. Люди же сами подписываются, собственно говоря, правильно? Семью в заложниках я не держу, так что... Хакон только что подписался. Хакон, спасибо за подписочку. Добро пожаловать. Обратно. Будешь с Игорем Мирогом шпилить? Нет, буду соляру заливать. Так, что у нас здесь в игре? Немножко я отвлекся. Ну, в общем-то, только БКБшечка появилась у антимага. Но с ней хотя бы он сможет за месси побить, потому что до этого проблемы с этим были. Ну, в общем-то, потеет как может. И игра-то, на самом деле, пока еще не закончена. Или жить! Итерация, жить! Лол, он под... Стоп. Каким хером он оказался в Этериал Блейде в БКБ? Дота 2, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Не, ну тут качели, на самом деле, серьезные. В целом, можно выиграть. И кто, если не Миракл, это может сделать? А, у нас стрим как абузи для стран СНГ. Ну, нет, это уже, конечно, да. Это уже, наверное, не очень хорошо. Так. Анзорик, 12 месяцев ресаба. Спасибо тебе большое. У нас год уже получается. А, план какой на сегодня? Будешь ли у Меда на стрим-хате? Ну... Пока не знаю. Просто, да, очень далеко ехать. А я достаточно ленив. Поэтому, честно, не знаю. А план на сегодня сначала соляра будет, потом, если не попаду в лоу приорити, будет и дальше соляра. И потом уже, возможно, начну играть в этот самый... В Хизе будем играть. Я так полагаю, Игорь тоже хочет. Он писал уже сегодня. Так, ну что ж, ребят, ну, самое время пускать поиск. Play Dota, Find Match, одна игра до 6700. Ну, не знаю, получится поднять или не получится. Скорее всего, нет. Опять же, учитывая то, что вчера у меня был достаточно неплохой день, и я навыиграл много игр относительно того, сколько проиграл. Сегодня, скорее всего, буду я донатить ММР очень быстро и легко. Так, вот она драка. Просто-напросто все время в станах, в башах. Раз башит, товарищ, два. Хиксы всякие, арчи. Ну, очень тяжело что-то делать. Ну, тут сильно очень оракл помогает. Даже ульту еще не потратил. В принципе, можно, можно выиграть. Тут тоже стороны. В общем, очень серьезные качели. Какой у тебя ММР вежливости? Да, по-моему, такой же и остался. Так, Dota... Game аккаунт дебаг. У меня даже ММР вежливости поднялся после этого дерьма. 8000 уже. Ну, я не знаю, ребят. Я пытался его так активно опустить, он просто поднимается. Нет, ну реально, если из этого дерьма меня кидает в команду чаще с отбросами, то это достаточно неприятно.
Можем ли мы надеяться на ЦТ? Сегодня, скорее всего, нет. Пока еще очень... Ой-ой-ой, не успевает. А вот и ошибочка. А вот и ошибочка у нас от господина Миракла. У него, кстати, по-моему, нет байбека. Ну, ладно, там ГГ, наверное, или нет. Тебе на камере писали разработчики Battle Ride? Ну, я не видел. Может быть, писали, но я не уследил. Нет, я не буду играть в эту игру. Но это тот же BLC. Мне не очень нравится. Сколько подписчиков? Давайте, да, будем вести подсчет. На данный момент 507 подписчиков. К сожалению, еще никакого звукового сопровождения для подписчиков Twitch Prime нету, поэтому я, вероятно, буду многих пропускать, на кого буду видеть, ребята, обязательно буду озвучивать. Так что не серчайте, поймите. Так, я только съехал в Киберфордж, а вы там стримхату устроили. Так, а я на стримхате это не это самое, это ж не мое детище. Я там так, как гость, может быть, заехал. Но я там был вот на буткемпе Virtus.pro в прошлом месяце, по-моему, числа 20-го. Mafia 3 стоит отжать? Нет, это, я так понял, игра... Блять, я опять не успел. Let me core, please. I'm highest MMR pro gamer. Надо как бы сразу вот рассказывать людям, чтобы это самое... Ну, потому что уже, как бы, смотрю, и какая-то херня происходит. Тебе в настройках надо включить отображение Prime подписчиков. Там разве тоже есть? Нет. А, этого нету в Twitch Alert. Так, ладно. Ну, меня, естественно, послали нахер. Oh, yeah. Но у меня будет что сказать. Так, Паджик, Шадоу Демон, Клокверк. Отличный герой, конечно, Урса, например, в лес, который идет. А, нет, вот, Совесть. Ну, человек с ником Совесть, он реально... Манерство показал. Ладно, будем думать. Есть, конечно, некродед, кстати говоря. Неплохой парень достаточно. Против Паджика неприятно. Против Паджика, против Шадоу Демона не совсем подходит. А может что-то более дефолтное взять? Какую-нибудь Луну, например. Кстати, есть дровка в игре. Но учитывая наших коров, я думаю, дровка не очень. Может быть, на морфилинге? Нет, морфилинг в бане. Точнее, в пике врага. Ой, можно антимага показать. Я думаю, многие слышали про антимага от Жиракла. Кстати говоря, можно сейчас действительно... Хотя нет, у нас более такой тимфайтовый пик, поэтому, наверное, какая-нибудь луна мне нужна тут. Луна нормально заходит. Ну, драться нужно. Потому что антимаг — это пассивность, а у нас герои под драку чисто. Кунка, Тайтхантер. Ладно. Вот так вот будем. Так, хлоп, хлоп, хлоп. Как-то вот так профессионалы закупаются вроде бы. Можно добавить что-то еще, но я не знаю что. Я поэтому куплю просто тангузи. Ах, ты нет, каких тангузи? Блять, ладно, все, я с тангузями. Все, я пойду вот так вот на линию. Тан-тан-тан, тан-тан-тан. Я смотрю, так Twitch активировался немного после введения Twitch Prime.
Так, между прочим, от Пилшика 693 рубля. Дрыдушка, ура, лучше стрим будет, вечно знать удачи. Спасибо большое тебе. Спасибо большое за такую щедрость, да, щедрость, спасибо. Я надеюсь, не подведу, и стрим будет интересен. Котвер, за 8 месяцев ресаба также спасибо большое. Ладно, ребят, все, давайте немного, наверное, сфокусируемся на игре, потому что это еще, кроме всего остального, первая игра моя за сегодня, поэтому, скорее всего, я буду фидосить. Но это такое достаточно дефолтная ситуация. Метаморф, Шадоу Демон. Вообще, изначально в лейте не самая благоприятная для меня ситуация, потому что морфлинг есть у врагов. Морфлинг есть у врагов. Он будет шотганчиком стрелять в луну. А у луны до сатаника, который появляется не скоро, хпшечки мало. Поэтому, может быть, будет тяжело. Поэтому нужно драться. Нужно пораньше БКБшечку сделать. Идти, сражаться, убивать, фидить. Ну, что-нибудь делать, короче, в игре. Потому что просто сплитпушить, я думаю, в этой игре не получится. Еще у врагов ОД есть, которые тоже... В принципе, хер клал на эти иллюзии. Так, ну что-то как-то ты рановато, дружище. Ладно, я надеюсь, Леон еще сможет взять себя в руки и отпулить разочек другой. Вот дает, а. Да, он пульнул, взялся в руки, красавчик. Да, ну так, конечно, Клокверку тяжело что-то сделать. Нам нужен еще Кунка, а он клал писюн. В общем-то, комфорт. Комфорт здесь у Клокверка будет на линии. Хотя, стоп, я могу сделать вот так вот. И так будет какая-то возможность убить даже его. С другой стороны, комфорт будет у меня, и мне нужно только сделать доминатор, начинать стакать. Завис. Тут, кстати, надо вот так вот сыграть, пожалуй. Хлоп. Ага, сбито. Красиво, красиво. Еще мы его особо не напряжем, но в будущем надо будет поделать это. Очень удобно у меня рейндж под его товарища. Не нужно выдумывать, как бы типа заблочить. Просто если подошел атаку сделать, то я отлечу. Как очередняра, разумеется. Я не знаю, почему, кстати, Кунка не хочет прийти к нам. А, стоп, Кунка ж медовой. За кто не хочет прийти? Мирана не хочет прийти. Непонятно. Блин, ну ладно, пускай они постакают для меня еще немного. Не, ну все, что-то все. Ты оттери огребаешь.
думаю, что мы бы убили его. Хотя, возможно, убили бы. Но у меня только один бим был. Зато он в любом случае не подойдет уже. Так что все хорошо. Рано. Хотя нет, стоп, они же не агрятся на... красава, красава. Мужчина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так, ну если бы я не ударился. Хотя что, у него есть фласка. Опять же, нет смысла заряжать ему просто стики. Дрыдуля, правда, что Игорь сказал про тебя, бухать начал конкретный колодца? Ну да, видишь, стримы редко идут, что я делаю в это время, когда не стримлю. Естественно, я бухаю. И вот добавил еще то самое. Да, да. Игорь человек честный, он не будет врать, ребят, сразу говорю. Че, клокер, человек честный. Так, отлично. Значит, вот это берем, и вот это. Опять же, в принципе, у меня могут возникнуть проблемы, если у клока будет шестой. Раньше моего особенно. Но я, честно говоря, не очень боюсь. Потому что там стикули, виндлендсы всякие, большая скорость. По идее, могу и не сдохнуть. Да ты что, больной? Вот дает, а? Индеец. Нет, клок нас, конечно, нормально разъебывает на линии. Но опять же, если бы у нас была бы эта самая Миранка, то было бы все супер просто. Но она просто положила хер на нас. Ладно. Я фармлю в любом случае. Продон тоже неплохо. Но, кстати, я не умру, у него ракетка макшенная. На что он меня не убьет? Плохо кого-нибудь бить. К сожалению, бимы сегодня были не за меня. Не, ну с ребятами, конечно, его умру. Что ж тут поделаешь? Так, окейшки. Значит, надо доминатор все-таки добить, начинать стакать, фармить лес. Камбэкаться, так сказать. Потому что, в принципе, это для меня не проблема. Это вот питфиживать немного. Можно вот так, наверное, сделать. ТП-шку брать не буду. Проблема то, что у меня крипы не добиваются. Так, надо объявить вот это.
А вообще можно еще не стакать, можно взять просто доминатором крипасика какого-то большого и с ним на линии стоять. Потому что, опять же, если будут всякие кончерыги постоянно прибегать, не мешать, то, возможно, так и стоит сделать. Так, Люквер. Ну, опять же, у него не макшена это самое... Немакшенный Кеген, по идее, на меня влетает. Я ломаю... Немакшенная батарейка. Он на меня влетает, я ломаю ему кек и убегаю. Хотя, если он сейчас, блядь, себе не возьмет 10 левел, и у него не будет макшенное все. Да, но мне, конечно, очень много артефактов сейчас еще нужно. Очень много левела артефактов, поэтому я просто вообще не боец. Мне нужна Аквила, мне нужна ПТшка, Драгон Лэнс, потом только БКБ, возможно. Возможно, Монта. Против этих, конечно, БКБ, наверное. Так, ну что, врага что-то нету, мне стрёмно становится. А, ну Морфа, я так понял, тоже не самые лучшие времена. Вот и враг. Кажется, ребят, это дерьмо было прочитано. It's full. Вот с этим крипом можно и постоять. Таура приятная. Я не буду. Так, ладно. Я вас понял, господа. Просто все у меня тут тусуются. Не, ну вас. Let's go top. Let's go top. Пизду. Не хотят, у нас там рвашка есть. Шо, псих что ли совсем? They're coming, guys. Do you hear me, Ronald? Так это что? Это ж фаталити для них. Чё-то я это... Мог бы просто в клокерка вгрызться. Я вроде два удара сделал по кеку, сейчас даже посмотрю на повторе. А, я понял, короче, мне просто батарейки все эти удары сбивали. Ништяк. Короче, да, клокер пока очень заебный. Мне нужно много артефактов, чтобы стать полезным в игре. Конечно, ситуация попроще. Ну, мне в любом случае приходится находиться в замесах, что-то нажимать, наносить дэмэдж, потому что если мы не будем драться, все будет очень плохо. Поэтому у меня точно не будет в начале топ нетворса, там, так далее, и тому подобное, потому что фармить я особо не собираюсь много. Far bottom. Просто по КД ровашке нам нужно бегать, что-то делать. Блин, учитывая тот факт, что как-то это самое... Как это, где вообще было? А. Фидер. Так,
Блять, я не зафармлю стаки при всем уважении. Мне нужен 10 левел. Хотя бы 10 левел и ПТ-шка. У нас есть корабль еще, под ним, в принципе, я живу. Ну, опять же, нужен дэмэдж. Одиннадцатый левел также не помешал бы мне. Куда, блядь? Леон на красаве мутит. Короче, пока враг продолжает пушить, мне тоже нужно сплитить. Десятый возьму, пойду на энджентов. Нет, все, он отошли. Ну, Марфа, конечно, дела получше, чем у меня. Раз в 100, наверное. Мне бы комик не помешал бы. Туалет. Так, ну почти десятый есть. Вот очень надеюсь на то, что никто мешать мне не будет. Угу, команда, молодцы. Вот так вот, ребята. Вначале я пососал, потерпел, а теперь команда мне отдает. Это здорово. Не здорово. А, это похуй. Фейлит, ну басок. Сколько? 4 стака. Пока фармить не могу. Уже. Чуть немного плохо. Немного. Так, чуть-чуть. То, что враг, точнее, враг, союзник, забирает весь мой фарм. Вот абсолютно любой. Видит что-то на карте, забирают. Не пытаются оставлять. Это как бы плохо. Мне нужно как-то подкачиваться. Короче, ладно. Агента убираем. Будет тяжело. Dragon Lens в этой игре мне 100% нужен. Потому что по кегам неудобно будет бить. Через кеги там и так далее. Короче, 150 ранжи здесь сильно решают. This is Sentry. They see you. Перебор уже. Блять. Фантастическая ульта, конечно.
хорошо, что Мор фантастический придурок. Не знаю, пока плохо играю. Вот кнопочки нажимаю не очень уверенно. Так, окей, это есть. Дальше, без сомнений, БКБ. Аквила забыта. БКБ надо. Так, что тут у нас? Рецепт Мидаса, блядь. Ну, это фантастический человек. Can we fight that, brother? Sure, I have finger. Care bot, dude. Care bot. Can we help him? I can. I'm going. Подкачаться тоже пришел. А команде как, насрать вообще? Блять, уже сдохнешь. Ух, не бухло. Melon is fighting with Clocker. Блин, почему ты не хочешь меня чинить? Ну, пожалуйста. Проблема этого уёбка? О, всего доброго мне. От этого малыша проблема в том, что если один раз нажать хил. Если один раз нажать хил, то он хильнет один раз. А вот если поставить на автокаст, то как бы он, как обычный эгоист, сначала себя лечит. Это печально. Какой сегодня план на стретч? Ну, какой дота, соло, соло ММчик, потом будем продолжать в хизе, скорее всего. Так, ну что у нас, значит, раз Мидас, два Мидас. Ну да, Луна тут, конечно, не самая важная персона в игре. Все, по сути, положили хуй на меня, поэтому по фарму плохо, но в целом я возьму себе БКБ, и под кораблем я буду вносить хороший дэмэдж, буду полезным. А Клейту, я думаю, anyway смогу получить нужное. Ну, вот опять же, видите, как бы все ходят, все фармят, мне абсолютно негде подкачиваться. Проблема начнется тогда, когда у Морфлинга появится Этериал Блейд, а у меня будет, блин, 1600 хп. Но 1600 это уже нормально, то, что у меня есть хотя бы этот Dragon Lance. Я делаю БКБ, а не Манту. Хотя, возможно, это, кстати, ошибочка. С Мантой я бы мог хотя бы немножко эту ситуацию выравнивать. Ну, короче, опять же, я это самое, не отхожу от мнения того, что нам нужно драться в этой игре, и поэтому собираю артефакты на драку. По идее, так меня не видно. Опять же, ну такие все вещи, это спейс для команды, но не для меня. А мне как бы не помешало бы фармить крипов каких-нибудь, вот этих там, которых Мирана фармит. А ей наоборот спейс делать, было бы здорово. Ну что поделаешь, ребята, что поделаешь. Буду кентавром подфармливать. Оп. Он-то мне поможет. Он меня не бросит. Ладно, все, он тоже на войну пошел. Так. Так. Инициация!
Блять, это слишком сложно продлить стан в 4 секунды. Большего, блять, никто не просит. Ладно, хоть ты убегай, кентавр. Или нет? Или будешь... Я его не контролю, он сам хочет. Да, он все-таки решил пожертвовать собой. Так, ну все, морфлинг с Этериал Блейдом, и начинается для меня веселая игра. По сути, в замесе я буду давать исключительно ультимативную способность. Больше от меня толку мало будет. А, вот эту братишку я возьму. Он тоже пойдет, подкачается за меня. Блять, да. Надо было, наверное, все-таки делать манту. Вероятно. Репликейт был. Слава богу, у меня есть хотя бы этот сатир. Такое ощущение, что команда против меня, а вот сатир он меня не бросит. Волк. Стоп, секундочку. Я лучше буду дружить с волком, на самом деле, чем с сатиром. Сатир, ну и то, что я говорил, я как бы это не отменяю. Это все было правда. Просто стечение обстоятельств, пойми. Так, волк, теперь, значит, смотри. Ты иди домой. Вот. БКБшечку, быстрее, пожалуйста. Иди домой, я буду ждать тебя там. Так, ну и теперь манта, конечно же. Так. Не, у меня, блядь, такое ощущение, сейчас команда по чистке крипов. Я говорил о том, что вот, там драки, все дела, да всем так похуй, что-то делать, в смоках ходить, кого-то убивать, инициировать. Кунка говорит, я могу фармить. Тайтхантер говорит, не, Мидас, что мне делать с ним, драться, что это, что дурак. И, соответственно, тоже агоним этот самый Мидас у нас на Миране. Вот, не знаю, мне частенько очень не нравится играть на керри. Потому что, вот смотрите, допустим, Мирана себе поставила точку изначально играть на керри. Я правильно говорю? Правильно говорю. Суть проблемы для меня в чем? Он вроде как поставил себе на четвертую позицию, но он все равно играет как керри. Он играет, делает аганим, не делает спейс. То есть в игре импакта не вносит. Получается, я играю на четвертой позиции. Но при этом у меня достаточно важная задача еще в игре. У меня нет ульты, поэтому не хочу. Ну, морф уёбок, это да, спору нет. Реально слабый. С уёбком грубовато, возможно, но он слаб. Так. Ну и что у нас здесь? Хотя бы волк попался, на самом деле. Хоть по дэмэджу я не так слаб буду в замесе. Потому что иначе все совсем плохо. Так, это не похоже на репликейт. Пятнадцатый. Ребята, где 15-й? Там как бы 16-й уже рядом есть. Все, побегли, побегли. Вон, враг забоялся нас. В общем, такое ощущение, что некоторые люди очень плохо понимают, ну, суть их героев, в принципе.
Тут, конечно, можно было и ультимейт орб купить, он рядом стоит там и так далее, но все-таки Яша чуть быстрее, чуть больше фарма даст. Вот, значит, ну, вы поняли, короче. Я вот не знаю только у людей, которых, допустим, 9000. Хотя нет, на таких рейтингах там все-таки меньше таких товарищей, которые, типа, играют на 5-4 позиции, как керри, через медасики там и так далее, тому подобное. Калькулейтед. Ох, да. Дант 6282, Twitch Prime. Спасибо тебе большое за подписку. Опять же, ребят, я очень малое количество людей смогу так за это самое благодарить, потому что просто не хватает у меня глаз, чтобы смотреть в доту и туда еще. Да, кстати, Морф сказочный хуесос. У него был 14 левел, по-моему, когда у меня был 11. Сейчас он 16, я 16. Не добавилось ни одного артефакта. В общем, слабо. Так, я, пожалуй, его домой отведу. Волка на замес, если что. Было бы потрачено. Ну, не очень-то и хотелось. А это что за магия? Это что? Это что, припрятание, что ли? Да, у них много людей, которые прячут. Так, морфаж нет. Ну, ёбаный в рот. А, вот и морф есть. У нас теперь товарищей тоже нет. Ладно, лучше вот это вот ждать по факту. Так, ну у них тоже нет одного БКБ. Ой-ой-ой. Зачем? Я сейчас попрячусь все просто. Нет, так уже никто не попрячется никуда. Ой, спасибо тебе. А то в меня Морбу сейчас это дерьмо закинул. Так, это, кажется, не настоящий парень. Ну, ничего страшного. Не, я не могу догонять, извините. Извините меня, ребята, извините. Если бы я сидел в студии аналитики сейчас, я бы, наверное, сказал, что как-то расхлябанно играет Луна. Но, с другой стороны, ребят, задача-то выполняется, правильно? Блядь, сейчас опять приедет Морф, и мои задачи обосрутся. А, нет, он перекачан. Все в порядке. Да, пожалуйста, Тавр, ну я же как бы переагриваю. Тебе насрать совсем? Нет. Он, блядь, ответит за это. За это он у меня ответит. За моего волка. Да, я смотрю, у нас очень много в чате праймов. Так, давайте промежуточную статистику-то подведем. Сколько на данный момент? 514 подписчиков. Или это не так? Ну-ка. Ну-ка. 546. В общем, очень много людей подписываются при помощи Twitch Prime. Спасибо вам, ребят, большое. И, конечно же, дай вам бог здоровья. Так, ну, у меня, в принципе, все есть. Мне бы волка найти. Конечно, первого волка я бы не смог, я бы не забуду, но... Не знаю, не представляю свою жизнь без волка, так что заведу себе еще одного. Нет, ну, отвратительного огра, конечно же, я не буду заводить. Так, ну что, петушок, давай попиздимся, может? Будешь пиздиться, петушок? Ну-ка, иди сюда.
там Тимка видит. Сейчас на меня там помигают, конечно. У нас, правда, Кунка изначально сдох в начале этого эпизода. А потом мы пошли драться только. В итоге виновата будет Луна, которая не пошла дохнуть с ребятами. Волк. Сейчас пробирайся как-нибудь отсюда. Хотя просто ко мне подойди, братишечка. Братишечка на волке. Иди сюда. Так, 30 секунд. Угу. Тайдхантер живой. Пайп себе прикупил после того, как сдох. Тут можно сделать вывод, что стоит вард. Не помешало бы, наверное, сбить линку. Вдруг Леон что захочет. Вот так вот. Оп. Блядь. Нет. Не выйдет так. Ух ты. Давайте, врывайтесь. Ох, они зря это делают. Ох, они зря это делают. Блять, а вот это вот он... Кто без маны, ребят? Я без маны. Я не знаю, почему этот герой, после того, как он наносит 500 тысяч дэмэджа, еще и ману выжигает. Я считаю это ненормальным. И как бы от меня дэмэджа просто нет сейчас. И моего друга на волке убивают. Охуительно. Просто, блядь, фантастически. И что делать? Как играть-то вообще? Ладно. У него хотя бы нет ульты сейчас. Так, ну мне бабочка нужна, чтобы хоть какой-то демейдж делать. Так, ну с Луны, кстати, двоем их сейчас разъебем. Ну, если бы была бы Луна еще здесь, мы бы разъебали их вдвоем. Но, к сожалению, он вроде и был рядом, но положил хер на меня. Я не знаю, куда он побежал в это время, но он просто положил на меня огромный хуй. Потому что секунду назад я посмотрел на Мирану, она была с ней, она была, ну, она шла в этом направлении, вроде как все хорошо, но нет, через еще полсекунды на мне лежала ее хуяка. Вонючая. Ну что ж. Увы. Я отдаю свой детственный, в скобочках, прям тебе, Андрей. Спасибо большое. Это очень приятно. Надеюсь, это будет незабываемый опыт для тебя. Ладно, я ничего не буду писать. Луна, Мирана. Блин, я не знаю, я всегда путал. После драки уже сбиваются варды, там, которые вначале уже показаны. Такое, да. Угу. Небольшие плеи. Ну, дал шанс, чтобы забрать его. Я так это называю. Дагон. Дагон против Марфа хорош. Он может ему въебать разочек как следует. Так, ну, мой второй волк не забыт, но, опять же, ребят, без волка жизнь не та совсем, поэтому я бы завел бы себе еще одного. А-а-а! Ну-ка, кто тут живет? Не, голем это тоже совсем не то. Големи только линку сбивать. Это не очень удобно. Мирана уже с травлами. Нет, я сейчас думал, она как бы уже и здесь подформил. Там, туда, сюда. Да. И что, мы такие, типа, идем, врываемся? Давай, бай. По хиксам. Так, лол, у нас же на УД бомж.
Ну, у нас, у них, имеется в виду. Короче, Мирана топ-1 нетворк, скорее всего, уже. Вот это вот, типа, мол, я на четвертой позиции играю, не знаю, блядь, к чему это. Не понимаю, почему у нас, блядь, так мало у Луны, но я нахуй топ-1 нетворк, и все хорошо. Еще у нас есть, блядь, Тайдхантер и Кунка. Они тоже классно играют, а вот Луна хуесос, конечно, знатный. Конечно, да. Прикольненько. Бать. Так, ну мне прибавка к зарплате это нужна, это в виде иглсонга. 25 агилити. Так-то не помешает. Волка нету, к сожалению. Я говорю, без волка, ребят, совсем другая жизнь. Ой-ой-ой, красиво, красиво. Ну вот он, топ-1 нетворс, ребят. Реально, у них такие герои, будь у меня больше артефактов, просто бы зашел бы и разъебал бы, скорее всего, всех сразу. С этой штукой уже, да? А я еще бед. Ладно, кому подставляться нужно, ребят? Естественно, мне. Бать, как приятно, как же мне приятно. Ух, блядь, как комфортно что-то. Ну, конечно, блядь, без тебя бы мы крипов не отпушили ни в коем случае. Ты все правильно сделал, что выкрипался. Даже, блядь, с байбек голд пенальти он все равно забирает крипов, он ворует фарм. Давай, да, глубже. Да, ну тут мог пораньше прийти, потому что ничего страшного. Даже вот, вот так, наверное, сразу определяем. Все равно иллюзий мы в толку мало, если честно. Монтиться мне доджить нечего, разве что адаптив страйки всякие. Если можно, я бы... Да. Риус Курьер. Да ладно, его, наверное, уже никому не стоит юзать. Так, 75 секунд. А, с Хиксом. Да. Ай, нахуй. Это не очень нужно, все равно. А, он все-таки сдох. 50 секунд. А, успеется, успеется. Не, возможно, ошибка, но, ребят, если я еще буду, блядь, голду на байбеки тратить, мы точно проиграем эту игру, потому что я себе что-то не представляю. Я буду просто на один укус морфа говорить здорово, да, давайте, давайте, сейчас всех убьем, конечно, блядь. Именно так это и работает. И буду думать, попадет ли Мирана догоном, в кому нужно или нет. Кстати, Тайдхантер сейчас может прыгнуть и дать ешечку. А, стоп. Он с байбеком. Прыгни, дай ешечку, дай ешечку. Давай, 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 давай. Давай. Уже поздно, бля. Все равно, да, ебаную ешечку. Не даст.
ебаную ешечку. Он. Ну что ж, будет битва, будет драка. Толстые тела в экстазе. Всего доброго. Я вот так вот сдохну. Нам бы, ну все, ГГ. Ну я говорю, блять, я давайте заберу весь фарм на Миране, потом сдохну. Ну один раз сдохну в замесе, нормально сдохну, да? Потом байбекнусь, как придурок. Сдохну еще раз, и мы въебем катку. Окей, окей. Но я играю при этом на четвертой позиции, если еще, блять, виновата Луна, которая нихуя не нафармила. Да, определенно так и есть. Классная игра. Ну, опять же, я говорил то, что, значит, вчера я навыигрывал игр, сегодня я буду играть с такими уёбками. Тоже, блядь, вот этот вот кладезь полезных артефактов у него, блядь, Мидас и Пайп. Форстав? Нет, нет, нахуй форстав. Это, блядь, из кегов клокверка, что ли, форсить? Нет, это, блядь, для дебилов. Лучше пайп сделать. Пайп и мидас. Отличные игры. О, ребят, вот из-за таких игр просто, сука, ненавижу играть на ёбаных кэрри. Порой. Не знаю, особенно на Луне. Особенно Луна, это, наверное, тот самый герой, который... должен играть с командой, который должен... Ну, команда должна понимать, что, сука, этот герой должен фармить, что ему кач нужен. Ладно, в пизду, блядь. Просто нужно забыть про это дерьмо. Запущу, ребят, 3-минутную рекламную паузу. Биг Дик, 2 месяца. Спасибо за ресап. Харек Пират, Блав. Лайер, 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 лайер. Кей подписался. Хвирст, 11 месяцев. Скотвер. И московский. Спасибо большое, ребят, за подписку. Так, а чё ты пайк не собрал? Слушай, ну, я мог бы собрать пайк, но тогда я мог бы ещё следующим артефактом сделать аганим, потому что с руки я бы не бил бы уже просто-напросто. Типа, в гонке вооружений мне нужно было много дэмэджа, чтобы хоть что-то делать. Не, возможно, в принципе, пайк был бы неплох в целом. Вот, когда я сделал себе, значит, бабочку, можно было бы сделать вместо нее пайк. Но, опять же, у меня не было бы урона, и я бы вряд ли мог бы в замесе убивать. Но хотя, учитывая то, как играл враг, как они вот подставлялись под всякие прокасты и так далее, возможно, мы бы также за секунду в другом замесе их бы сбрили, и я бы получил бы свою бабочку еще. Да. Загогулинка и Light Nestle. Спасибо вам за подписку праймовую. Будет ли сегодня движ с кастомками или другими? Да, сегодня будет движ с Хизи. Блин, какой-нибудь саб-каунт бы поставить. Сколько всего сабов, сейчас скажу. Было 546, стало 562. Кстати, по идее, уже несколько смайликов можно добавить на 500 людей. Он не прочитал мое сообщение, что-то написал друг. Ой, дота, блядь. Сраная дота. Мне кажется, в таких играх проще просто сесть на суппорта, вот типа вот этой вот луны, и заниматься примерно таким же дерьмом и получать удовольствие от игры.
а не пытаться потеть на Луне, на которую все положили хуй, которая просто бегает и это самое по крупинке с карты собирает. Google, так что значит опять в нокауте? Google мужик вообще не подымался, он так как лежит, так и лежит. Ой-ой-ой, бати игры, 7150 средний рейтинг. Так, ладно, кто из неймов? Это... Нет, это не он. Лол, игра 7150 средний рейтинг, а я тут никого не знаю. Удивительно, как время бежит. Опа, опа, это 8800, ну это какой-то задр, судя по всему. Короче, сейчас я узнаю, кто тут, что почем. Когда игра здесь появится. Ну, в такой игре и посупортить, в принципе, можно. Можно не суппортить. Можно на оффлейнере поиграть. Так, концентрация Альберта увеличивается. О, Альберт, спасибо тебе за Twitch Prime. Так, и чего у нас тут? Блять, еще я должен признать то, что прошлая игра была проиграна Клокверку. Клокверку была проиграна игра. Клокверку в 2016 году, ребята. Ребята. Не, короче, Hurricane Pike при условии, ну, откровенно говоря, я был уверен, что кто-то из тиммейтов соберет этот кусок дерьма. Но правда заключ... ну, форстав, правда заключилась в том, что просто-напросто всем настолько поебать. И никто ничего не сделал ради Луны, для Луны. А, это Матумба Мен. Матумба Мен, No Fear, Fucking Mad и... товарищ из альянсов. Так, ладно, на ком я буду фидить? Пока на Нюксе приятно было бы, наверное. Возьму Нюкса тогда, раз никто не думает. Да, реально как-то, конечно, не очень получилось. Ладно, нужно перестроиться на следующую игру. Жить, дальше продолжать. Так, что там? Дровочка. Кайф. Дровка, Shadow Demon, Кунка. То есть, фактически, если я подойду к врагам, то мне пизда. Раз, два, три. Это я, конечно, оставлю себе. Ну, по-моему, я беру просто-напросто Quelling Blade. Не Quelling Blade, точнее, а этот самый. Iron Talon. Тинкер, соответственно, будет стоять только на миде, он никак не поможет. Морфлинг, соответственно, тоже вряд ли будет ротироваться. Только если Рубик с Дизраптором придут, что-то сделают. Так, теоретически, может что-то получиться. С другой стороны, если там Кунка идет вместе с Санкингом, что часто случается достаточно, то мне нужно стоять на верхней линии, на верхнем коридоре. Поэтому что, ребят? Поэтому, да, нихуя непонятно, что будет. Я, если что, уже готов покупать вот этот артефакт.
Ладно, поехали. Один раз живем, правильно? Типа, вот это как раз та ситуация, где я мог бы сыграть, как Мира, например, на то, просто забить хуй на всю команду, уйти в лес, там, покачаться, у меня было бы больше артефактов, и так далее, и тому подобное, но при этом сверху не было бы никакого давления, и это было бы плохо для команды. А так вот, видим, что Кунка снизу уже, и я против двоих героев только буду стоять. Вот. Кстати, пофиксили немного Shadow Demon, а теперь ему не так просто это все делать. Он делает 25, ну вот это 180 дэмэдж, это не так много. Короче, урон, который он наносит, когда Shadow Poison попадает, вместо 50 теперь 24, что ли, или 25. То есть это на самом деле очень сильно. Ну, опять я тут уебываться не буду, пожалуй. Потому что лайн все равно пропушен. Что за батя на нюксе играет? Просто все задоджил. Еще на дровке батя тоже играет, который пропушил линию XDDDDD. Что такое, блядь, не хочу. Ну, сука. О, ребята тоже помогут. Не, ребят, на нуксе реально какой-то батя катает. Вообще не знаю, как. Враг, скорее всего, просто. Нет, 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 нет. Корьевой, сука. Да. Чё-то какой-то этот самый. Так, ты чего? Этот самый Shadow Demon какой-то такой, ну, нерешительный, нерешительный молодой человек. Ты можешь же успокоиться? Ты все равно пропушил лайн. Все, 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 тихо, 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 тихо. Тихонечко. Иди, блядь, крипов в пуль. Что ты зачем делаешь-то все? Я не успел, слишком быстро. Пытался, соответственно, нажать на Карапасе, когда он поднимает лапки свои, но, к сожалению, мне уже не 16 лет. Я так не умею. В принципе, на самом деле, не вижу причин убегать, Shadow Demon нашел на базу или просто время где-то теряет. Ну да, ну пожалуйста, я же прошу вас подойти, ребята. Вот же задрот, а. Реально батя игры? Так, чё мне... Моноберн, брать ли? Ну, сейчас, конечно, станчик, возможно, не помешает. Ладно, посмотрим по ситуации. Чё, блядь, серьезно? Переехал уже.
Так, ну, в принципе, на самом деле все отлично. За исключением того, что я не успеваю крипов отвести, но я на лайне фармлю сейчас, подфармливаю. Сдох Кунка, сейчас у него есть причина очень неплохая приехать в топ. Поэтому, наверное, будем думать об отступлении. Или было бы безопасно достаточно отпулить просто. Ну разве могу я устоять, вот, когда этот крип тусит? Разве могу я? Нет, не могу. Я буду бить крипа этого. Так, Кунка нет, Кунка вернулся обратно. Дровня шестой. Уехала дровня. Короче, все очень хорошо для меня лично складывается игра, ну и для тиммейтов, судя по счету. На шестом даже можно сразу пойти и питгангать с эфом. Ух ты. Не, ну против этого парня я точно возьму себе тот самый. Манаберн. А я думал, он все, он псих. Тимка-то тащит, приятно смотреть, приятно. А я на нюксе просто потуплю. Нет! Ржавика. Вот. Так, что там он пулит, типа? Ну, видимо, пулит. Не надо. Не надо. Ну, норм, все у него. А, нет, у него сейчас как раз будет еще мана. Он уже хочет меня. Ну вот если еще раз за мана бернет, то не будет ничего у него. А я не за мана берню еще раз. Ну все, теперь не будет у него мана. Не, я хочу жить, должен. Калькулейтед. Только мы, кстати, уже начинаем писасывать немного. Хотя у морфа все хорошо еще. Значит, уважающий себя нюкс должен купить вот это и сразу собирать аганим себе. Это знают все. Также он может сейчас попробовать пойти и кого-то убить. Тут отойти такой, заехать. Показывать идти сефа. Пятый левел, я думал, что он не достанет сразу этого не делал. Потом уже понял, что в принципе можно просто его немножко подхарасить. Ну вот, в принципе, работа нюкса, мне кажется, в этом и заключается. Ты ходишь в инвизе, что-то пытаешься делать, стоишь на линии, подфармливаешься. Вот и все. Забавно то, что успел Рубик своровать, а вернуть этот не успел парень.
Ну что ж, спасибо ему за это. Реально приятненькие ПТСики. Приятненькие. А, это Нофир на конке был, да? Ясно. Не, ну вообще то, что сделал СФ, конечно, так, если посмотреть, то да, интересно очень. Интересный игровой момент, ребят, если включить повтор и немного проанализировать эту ситуацию, то кроме как долбоеб, его тяжело как-то назвать. Потому что, ну, по сути, уходит Сен Кинг из-под ганга в смоке. Но Shadow Fiend говорит, а почему бы и нет? Почему бы и не пойти и не сдохнуть? 7-1К Авераги. Дота в говне. Ну, так и есть. Что ж, дорогие друзья, 3-минутная рекламная пауза еще одна пойдет. Пожалуй, почему бы и нет. Так, и большое спасибо господину НТФ Only за 8 месяцев, Саба Гриф 27 за 13 месяцев. Добро пожаловать обратно, ребята. Добро пожаловать обратно. Это был fucking Matt на этом самом, на SF, да? Fucking Matt на SF, ну, короче, звезды доты. Может, гоу в кастомке с подписчиками пока не сгорел. Так а во что играть-то? Ангел Арена не очень уже. Скиллшот. Хм. Хм. А, такая штука. А, такая более-менее. Но все равно пока не очень хочется. Бульдог часто играет в имбодоту 10 на 10. Так а... В чем прикол-то? Дота 10 на 10. Да не, блин, ребят, играть в доту, потом перейти в кастомки, чтобы там играть в доту. На секундочку, давайте обратим внимание на то, что я сейчас сказал. Мне кажется, это перебор. Наоборот, кастомки должны быть не дотерские какие-то. Чтобы там не было трех коридоров, чтобы там не было артефактов, героев. Что-нибудь попроще, повеселее. Вот Ангел, ну, я не знаю, я уверен, что уже делают в доте каких-нибудь троллей versus эльфов, там, Петросянщину, все это я видел уже, но я думаю, что они еще будут сыроватенькие, так сказать. Над Ангел Ареной работают много. Вначале, как только я зашел, конечно, там была помойка та еще. Сейчас, в принципе, уже на два раза даже хватило ее, на два раза поиграть. Поэтому, я думаю, в будущем будет, конечно, все это... Более интересно. А сейчас пока нужно сидеть и наслаждаться великолепной дотой. Ну а потом наслаждаться великолепным H1Z1. Сверхфановые обилки у героев. В Dota Imba. Dota Imba это где там скиллы типа X20, что ли, что-то подобное.
БВО. Не, БВО, да нахер. БВО актуально только в Варкрафте, потому что там вот эти вот сами анимации, когда герой накидывает петрушки и так далее, это просто незабываемо. Некоторые скиллы имеют совсем другие анимации и эффекты. Ну, понял, короче. Да не знаю, как-то сейчас на самом деле не очень стоит на всякие... На всякие вот эти вот... Дота... Не, да, не, даже не дота-клоны, а дота-игры. Игры, которые пытаются сделать из доты. Вот это вот на том же интернешнале там шоу-матч второй год подряд дота 10 на 10. С новым героем. Охуеть, как весело, как здорово. Вот лучше бы они реально в какой-нибудь овертроу... Ну, хотя овертроу тоже не сильно интересно, но, не знаю, какую-нибудь кастомку, может, там, не знаю, интересно поиграли бы, или что-нибудь такое. Ну, это же как-то такое. Или была бы презентация реально нового героя. Ну, не такая, а какая-то более интересная. Потому что, по сути, это обычный матч 10 на 10, просто где присутствует этот персонаж какой-то. В прошлом году, кстати, вообще не было героя. Фео ЧСВ и Назик Смайл. Спасибо вам за подписки, ребят. Уважаемые праймы. Дай вам бог здоровья. Этот господин Поттенсбротс играет исключительно на Арквардене. И я очень надеюсь, что не будет... этого поганого Арквардена. Я, кстати, видел уже одного такого Арквардена, который берет его на фест пик. Против него играл Лил. И на второй пик взял Спектру. И таким образом контрил Арквардена. Я, наверное, сделаю то же самое, если будет возможность. Но нет! Но нет, нет, нет. Отлично. Дерьмо лорд просто как кусок говна упал. Я, кстати, не видел, как его представили. Да, блин, после того, как его уже это самое представляли... Ну, как бы год назад уже люди ожидали, что он сейчас такой ворвется внезапно. А потом он только через год появился. Да всем насрать, мне кажется, уже на питлорда было этого. Так, ладно, надеюсь, хоть какая-нибудь игра уже загрузится. Кстати, подождите-ка секундочку. Я выиграл одну игру, а проиграл одну игру. Получается, рейтинг не изменен. Блин, ну нужно 6700. Вообще, конечно, нужна семера по итогу. Было бы неплохо заработать себе 7000 матчмейкинг рейтинга. Потому что реально в 2016 году уже иметь 6 тысяч с чем-то, это приравнивается к 5 тысячам, к 4 тысячам. Ты типа начинаешь кому-то говорить, а вот у меня типа на 6700, и все, уже как бы люди с нормальным рейтингом уже такие, да-да, конечно, очень интересно. Отводят взгляд там, понимаете, короче, игнорируют это дерьмо, потому что... Да. Так, ладно. Кто против меня? Не знаю, кто против меня. Забавнее вот эту вот дресню, потому что я уверен, они бы еще выиграли бы эту игру, если бы Нофир не ливнул. Так, худший игрок. Земелька. Дровка в бане? Нет, дровка не в бане. Если честно, так и хочется прям на Батрайдере сыграть сейчас. Продаю автограф Шача в ВК. Подробности в ЛС. Мне интересно. Напиши, пожалуйста.
Блять, Оракл. Как же ненавижу говорить. Оракл запрещает мне брать Бэтрайдера. По-хорошему, Дарксира. Санкингу также не очень приятно играть. Есть, конечно, Войд какой-то. Блять, что мне брать уже героя? Уже вот сейчас, что ли? Уже брать? Уже или... Хорошо. Хорошо. Вайда я точно не буду брать. Последние несколько раз, когда я на нем играл, просто в пизду. Это опять же герой, который ты ставишь купол, чтобы тиммейты в него заливали, что-то делали. Ну, в большинстве случаев тиммейты просто туда срут, в купол твой. И на тебя тоже, соответственно. Сколько уже сабов? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 580. Вот так вот. Такс. Блин, Doom. Ну, по-хорошему Sun King. По-хорошему это Sun King. А он в бане? Нет, он не в бане. Вот здесь это должен быть Sun King. Давно бы уже вывел количество на экран. Да я ж не умею херомать, чтобы это все было автоматизировано. Как же ты думаешь? Андрей, придай мейдж привет от Рики, который его заебал. Да я думаю, он не помнит уже. Иго Баркхар. А также Rampage Twitch. Спасибо за подписку. Добро пожаловать. Кстати, ребят, я Ники Праймов записывал. Если вы хотите, чтобы он вас озвучил, то пишите ему, ибо он меня игнорит. Друг, вот за данный стрим уже больше 100 праймов подписалось. Я не знаю, я, конечно, очень люблю подписчиков и благодарен вам, но... Просто давайте как-то будем снисходительны к другим людям, которые тоже смотрят стрим, чтобы я 15 минут просто не читал никнеймы. То есть перебарщивать не обязательно с этим. Так, ладно, что там? Вот так, вот так, вот так. И вот так. Ага, ага, угу. СВЧ, ну начинается. Да, да, давайте, называйте меня СВЧ. Я готов принять этот удар. Я готов принять этот удар и ответить за свои слова. Джестер, спасибо за подписку. Штук 20 записано. Ну, штук 20, как бы, это не проблема. Просто, понимаешь, ты написал, что ты всех записывал. Опа, опа. Вардишон, возможно. Возможно, нет. Резонанс. Спасибо тебе тоже за подписку. Все, 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 все. СВЧ, СВЧ. Конечно, стример, стример СВЧ. Да, 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 да. Согласен полностью. Лучше провести это время с пользой и поиграть в игрушки. Каппа. Ну, блин, так, такой вот я человек. Играю... в компьютерные игры для школьников в 25 лет-то. Даже вон 26 скоро относительно. Так, а что я буду делать, если Джаггер и Оракл будут меня разъебывать? Потому что они, скорее всего, будут меня разъебывать. Надо что-то придумать по этому поводу. Нет. И крипчика, крипчика. Нет, ничего не получается. Ну, Оракл мне не оставляет никаких шансов. Ух ты, нихуя ж себе. Это, блядь, фантастически.
Ладно, в пизду. Я просто... Я даже не буду пытаться ничего здесь сделать на этой ебучей линии, потому что просто невозможно ничего сделать Ораклу. Если еще Огр хотя бы пришел бы, то что-то получилось бы. Но Огр положил свой огренный хуй. Если он придет, я буду рад. Если нет, я буду просто бить крипов в лесу, и потенциал моего героя даже близко не раскроется. Реально заебало. Вот вроде приходишь, блять, с артефактами нормальными, закупился там на драчку. Тебе просто стоят и бьют ебало постоянно. И тиммейтам абсолютно насрать. Это же реально, это Сэн Кинг против Джаггера, по сути своей. Сэн Кинг против ебучего Джаггера, который... Я просто его разматывать должен. Ко мне должен прийти тиммейт, и я должен разматывать. У нас, блядь, в команде один суппорт — это Огр, второй — это Эмбер Спирит, ой, это Дебил Спирит. Два роумящих товарища. Оба уёбки. А, что-то мне очень нравится дота в последнее время, ребят, не знаю. Опять же, на самом деле, я не настолько этот, сумасшедший, когда играю матчмейкинг не на стриме, потому что... Как правило, в таком случае, если я не стримлю, то мне это насрать. Ну, окей, ничего не происходит, в принципе, пофигу. Я там в альтапчике что-нибудь поделаю, посмотрю. Никаких проблем. А так, конечно, неприятно. Опять же, типа, стримишь, контент, там все дела. Слушайте, может быть, на линию просто другую перебираться пора. Так сказать, обуздать, например, четвертую позицию. На суппорте, конечно, тоже нихуя веселого. Четверочка, норм. Или мне нужен человек, который будет сидеть в скайпе и, если что, подкидывать темки какие-то для общения. Если можно, я бы забрал это все. О, нет, ну пизда, кажется. Или он замедлен. Он без ботиночка. А я с ботиночком. Это целую пипизочку. А, нет, он тоже с ботиночком. Просто я быстрее его. Ух ты. Ну вот, а Doom, парень такой нормальный, молодец. Что он сделал? Он просто-напросто пришел в лес с Quelling Blade'ом и сказал: «Добрый вечер, Огр. Дайте-ка я вам чуть полъебало съем. Вот этого тоже вас убью, короче, и все, спасибо большое, всего доброго». Ладно, все, хватит это терпеть, хватит об этом говорить, об этом мечтать. Я тоже смогу позволить себе Quelling Blade. Если попаду по этому мальчику. Угу. На, сука, на, сука. Еще застакаю сейчас тебя. Нет, не застакаю. Так, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ура, держи. О, он пропушил. У тебя 3 чиллера установлен же стример лапс. Но это они сейчас сделали из Twitch Alerts стример лапс. Стрим лапс. Так что у меня, да, именно эта хрень установлена. Ладно, я пока куплю вот так вот, пока не знаю, что я из этого сделаю. Кажется, я не успел полакомиться. Боже, да и насрать. Сейчас подкоплю немного, куплю себе бранчик, этот вот, айрон талончик, все будет здорово. Ух ты, как я удачно зашел-то. Может, ничего не случилось вдруг, я его вот так вот съем. Пойду. Все, и дальше стой там крипов своих сраных, трогай, мне насрать, я пошел в лес. Всего доброго всем. Передай привет Огру и этому самому Изимиле, которые на вот этих вот ромерах даже не удосужились прийти в офлайн. Я думаю, пользы было бы, откровенно говоря, больше, если бы они пришли в офлайн и помогли бы заовнить, чем просто строить немного больше фрифарма антимагу. Немного больше, чем ничего, потому что, по сути, он все равно не так хорошо фармит.
На самом деле нет, хотел сказать. Ну все, насрать. Оу, привет. Слава богу, ты пришел. Блять, 6-й левел уже с фейзами. Так вообще похвально. Так, теперь вот это вот. Ну, в принципе, таким образом я и буду проводить сейчас свою игру. Auxilium 1216. Спасибо за подписку тебе. Успел же. А ты? Ой, он еще там крипов мне нарандомил отличных. Это мы забираем. Так, и этих тоже съем. Ну, вообще по памяти еще Санкингу, конечно, нужно каким-то образом приток маны увеличивать. Пока что не знаю как. Ой-ой-ой, вроде хорошо все, но вроде нет. Седьмой левел. Этот господин у нас находится в жопе. У нас антимаг есть. На антимага, конечно, нужно играть. Ну, кстати, хорошо то, что на меня Doom потрачен был, ни на кого, ни другого. Этот уёбок, сука, не знаю, такие придурки реально бесит. Вот он просто начинает пиздеть. Просто потому, что ему хочется открыть свой грязный ебальник. Он открывает свой рот и начинает говорить всякую хуету. То, что, мол, у нас, блядь, нету флейнера. Сука, я взял на первый пик Санкинга, враг взял Джаггернаута. Просто... Какая идея? Ты просто можешь взять какого-то героя, прийти, а у тебя уже есть этот герой ебучий, у тебя есть сраная земеля. Потому что прийти, можем разъебать эту линию. Вместо того, чтобы сосать хуй. Но нет, блядь, он лучше будет что делать? Стоять на миде, там, помогать антимагу. Хотя можно задоминировать лайн так, что я потом буду в соло стоять его и это самое делать. Окей, ладно. Он этого момента не понял, не пришел. Зачем ты ебало свое открываешь тогда? Зачем ты открываешь свое ебало, что у нас нет... Короче, я не понимаю, меня это сильно бесит очень. Кусок дерьма, блядь. Мое дело теперь только просто даггер фармить, потому что иначе ничего особо не могу больше сделать. Блять, как же он меня поджег. Кусок, блять, вагины.
Блин, сразу дагер сделать. Вместо чего-то из этого надо будет какие-нибудь стекули, может, заиметь еще. Неплохая штука. Да что-то не знаю уже, блядь, и на карту нихуя не смотрю, просто из-за того, что этот мудак открыл свое ебало один раз. Но он знает, как открыть его. Одного мы убиваем. Тони жалко, конечно, не убили. Еще жалко, что не в команде есть проклятый Оракл с проклятым Джиггернаутом. Вот вроде опять же, эта палка настолько имбанутая штука. Вроде как мы там разменялись, подрались и... Мы отступаем на базу и предполагаем, что враг тоже будет отступать на базу. Но, несмотря ни на что, он ставит ебучую палку, вся его команда фулл хп уже. Хорошо, ничего страшного, можно ведь убить героя. А подождите-ка, Оракл же есть в команде, как это кого-то убить? О чем вообще идет речь? Вот так, собственно, и протекает эта игра. Опять он сдох. Ух ты. Блин, еще придется мангосики покупать, потому что мне надо. Реально надо. Ох, ну этот уёбок меня, конечно, под это самое серьезно, так солидненько, блядь, мою жопку-то под... Ох, уёбок, блядь. Сука, зарепорчу его за его грязный язык. Пидармот. И проблема в том, что вот наша композиция великолепных героев, она, по-моему, в Dota особо не выигрывает, если честно. Ой, блядь. Я приехал. Да, неприятно получилось. Ну, в целом, это сейчас моя работа. То, что у меня будет даггер, от этого, по-моему, ни тепло, ни холодно. Мне нужно просто бегать и делать спейс. Там типа подпушить, здесь подпушить. То, что у нас по-прежнему есть в игре Тинкер и Антимаг, которые друг с другом никак абсолютно не сочетаются, которым обоим нужно очень много фарма на карте. В итоге просто полный отсос происходит. Но если бы этот кусок дерьма, вонючий, кусок, блядь, дерьмища,
пришел бы и помог мне, я бы ходил бы и разъебывал врагов, вместо того, чтобы стоять и сосать член. Ебучий урод. Оу, щит! Как неприятно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что творит? Что творит? Ну, он все равно ебучий кусок дерьма по-прежнему. Несмотря ни на что, несмотря ни на что, он не исправит это положение. Так, ну у меня теперь уже есть даггер, но... В принципе, ультанул я в прошлый раз и без него. Надо теперь вместо Виндлендса, вероятно, покупать какой-нибудь артефакт на ману себе. Так, что у нас? Сверху никто не забирает. Ой, это я все, я пошел, пошел. Можно? Трошечка, что так долго? А что ж купить такое? Че в этой игре Вейл не помешал бы? Я думаю, я прям сразу просто начну развитие Вейл. У нас куча магического урона. Хотя, может быть, кусок дерьма захочет Вейл сделать. Я иду дальше и фижу. Shadow Blade скоро будет у Дума. Пока нету еще. Так, Тауэр надо бы забрать, пожалуй. Будет монта, типа, можем подраться, но Тинкер настолько в жопе, что очень тяжеловато будет что-то сделать. Так. Doom Shadow Blade. Ну и чё сделать-то, блин? Короче, ладно. Буду играть, как обычный Sun King рядовой это делает. Нету тоже с этим дерьмом. Ну чё у нас там по базе? Всё, блядь, базы нету. Нажал на себя дерьмо и не сдох. Не, ну это, конечно, фантастические дебилы играют. И сейчас, знаете, ребят, кто поставит палку? Не, у меня нет маны на палку. Просто... Тоже, блядь, получает репорт. А, да, ребят, фантастическая игра получается.
Я не знаю, я не буду говорить то, что я какой-то супер охуительный игрок, который все понимает, во всем разбирается, но я точно знаю, что антимаг и тинкер в одной игре это не то, что ты хочешь видеть. И еще я знаю то, что Сан Кинг нихуя не может сделать против Оракла и Джаггера. Если он стоит один. Это я тоже знаю с уверенностью. Вот есть у меня такие знания. Хорошо, дотка пошла. Да, дотка прям сладенько, сладенько заходит. Очень нравится. Так, чё, может мудила на тинкере 10 раз еще сдохнет? После 9-го, разумеется. Всему своя очередь. Прыгать нужно в Оракла, на Оракла нужен Вижен. Вижен у нас в магазине. А, они не Рошана бьют, оказывается. Весьма странно. Просто Ваня. 13 месяцев подряд. Спасибо тебе большое. Дай бог здоровья тебе. Дай бог здоровья. Смотри, я подозреваю, нас никто покупать не будет особо. Ни одного придурка нету достов. Хорошо. Меня будут досты. Удобно врываться, конечно, будет ниоткуда, судя по всему. Только если я, наверное, попробую обойти как-то вот так вот и вот за эту елку встану. Или, например, здесь.
Блин, я, кстати, не знал то, что он успевает сбить эпицентр. Ах, если бы я знал. Ах, если бы я знал. О, у нас сотинкер и скоро даггер. Клёво. Так и хочется, блядь, сломать что-нибудь себе. Я не знаю, вот этот вот некий... некий мейдж... у которого там чуть ли не 8000. Он, блядь, руинит каждую игру абсолютно, в которой играет. Если он играет за, если он играет против, он просто, блядь, руинит каждую игру. Блядь, какой-то фантастический человек. Я, честно, не очень понимаю, откуда у него 8000. Или сколько у него? Ну, уже не 8, уже там 7 с чем-то. Потому что, как бы, когда ты руинишь каждую игру, понятное дело, рейтинг у тебя становится меньше. Это нормально, абсолютно. Здорово. Да, фарми мне, ты чё? У меня, блядь, Огр и Земеля. Два, блядь, атакера. В плохом смысле. Потому что есть просто атакер. А они просто атакующие ребята. Агрессоры. Вот это вот концентрация на миде. При том, что у Тинкера, блядь, 1-8 счет. Зачем я это играю? Зачем я стараюсь? Сейчас, блядь, опять в туза такой, хоп. Прокрался крабик. Вот тут у нас вард. Но враг даже не подозревает, как сейчас всем будет хуёво. Чисто с Бигнумом разъебываем собак. Всего доброго, ебать. А тут он такой, хлоп. И все, чики-бомбони. Поехали. Эй, почему ХП заканчивается? А, да, точно. И тут он выкупается. И продолжает атаку. О, нет, это РП из инвиза. Боже мой, тут проигрывается игра. Какая досадная, досадная ошибка. И как же здорово в этом... игровом моменте сыграл Магнус. Отлично, отличная игра. Отличная игра от Магнуса. Да, да, тяжело, тяжело. Тяжело дается сегодняшний игровой день. Но не вижу причин расстраиваться. Не вижу причин расстраиваться. В действительности, если бы хотя бы один из трех... Нет, стоп. У нас в команде было, получается, на мой взгляд, три уёбка. Если бы один из двух уёбков, которые играли на саппорте, на Огре или на Земеле, пришли бы в оффлейн, то, скорее всего, мы бы эту игру... У нас были бы очень хорошие шансы выиграть. 6 репортеров. Скоро это самое опять приеду в лоу приорити. Но в лоу приорити, знаете, там спокойно, так приятно. Ну, 7500 уже. У этого хуйрыги было 8000 в один момент, но понятно, почему он теряет, собственно говоря. Так, ладно, давайте. Следующая игра. Пока трехминутная рекламная пауза, дорогие друзья. Также хотел бы поблагодарить людей, которые переподписались. И Осип Мандельстам за подписку тебе. Я отдельно благодарен. Также НТФ Онли, Мамаин. И зеленая тележка. Спасибо большое, ребят. ЛП за 15 репортов дается. Ну, я думаю, это не так далеко, как кажется. Ладно. Не знаю, наверное, эту игру я сыграю просто на саппорте. Чтобы ни от кого не зависеть хотя бы. С уверенностью можно сказать только то, что в начале игры хотя бы будет все спокойно. Будет все спокойно, приятно. Вряд ли я с чего-то буду рейджить, потому что, ребята, саппортов никто не трогает. Все хорошо у саппортов, как правило.
Только я очень надеюсь, что это не игра 5600, где просто рекомендуется брать какого-то кора. Хотя, секундочку, может быть, все равно сыграть на суппорте? Ладно, не знаю, посмотрим. Все, в общем, дорогие друзья, я буквально 2 минуты перерыв беру себе.
Так, все, стример на месте. Надеюсь, без меня не выиграли еще. Посмотрим. Кстати, есть подозрение, что... А, нет, паузу все-таки можно держать. Это ништяк, это ништяк.